Погода – вечная тема для разговора и прекрасный повод для наших с вами встреч. В эфире прогноз погоды с данными синоптиков на пятницу, 5 августа. И я, Олеся Вайнер, с удовольствием расскажу вам о планах природы на день грядущий. В ближайшие 24 часа на большей части страны прогнозируется ясный день, но местами преимущественно на востоке и юге не исключается облачность и осадки. Максимальная температура воздуха по стране плюс 33 градуса. А теперь подробнее о синоптической картине в регионах. В центральной Украине суточные температурные показатели составят 16-29 градусов выше нуля. В Черкасах и Кропивницком будет наблюдаться безоблачное небо с ночи и до позднего вечера. А в Полтаве облака ненадолго появятся в полуденные часы, но осадков они с собой не принесут. На юге страны термометры за сутки покажут от 19 до 33 градусов тепла. Жителям Херсона и Одессы синоптики пророчат ясную погоду на протяжении всего дня. А вот в Симферополе после безоблачной ночи и утра на небе появятся небольшие облака. Также возможен дождь с грозой. Температура воды на курортах Черного моря плюс 26 градусов. 5 августа Луна находится в созвездии Девы. Этот период является идеальным для финансовых операций, различных расчетов, для бухгалтерской деятельности, а также для хозяйственных дел. В принципе, для любой кропотливой работы. И снова о погоде. В западной части Украины в течение суток на термометрах можно будет наблюдать от 17 до 30 градусов со знаком плюс. В Ивано-Франковске, Львове и Ровно прогнозируется небольшая облачность с прояснениями. Но согласно прогнозам синоптиков, зонты жителям региона в этот день не понадобятся. Север страны дождевые тучи также обойдут стороной, но в Чернигове и Житомире предполагается переменная облачность в течение всего дня. Прояснений стоит ожидать лишь к вечеру. В Сумах же предвещается как ясная ночь, так и безоблачный день. Суточные температурные показатели составят 14-29 градусов тепла. Достаточно жарко, поэтому не забывайте взять с собой головные уборы и воду. В восточной части Украины в целом день будет ясным, и мало где на небе будут присутствовать облака. Осадков синоптики регионам не обещают. Минимальная ночная температура воздуха в регионе плюс 17 градусов, а максимальная дневная 33 градуса выше нуля. Наши предки подметили, что обильные августовские росы предвещают жаркую погоду. Проявим же свою наблюдательность и удостоверимся в этом лично. И сейчас детальнее о синоптической ситуации в восточных областях. В Луганской области ночью термометры покажут 17-21 градус со знаком плюс, а днем воздух прогреется до 31-33 градусов. В Северодонецке небо будет оставаться чистым с ночи и до завершения дня, а в Луганске и Алчевске прогнозируется переменная облачность без осадков. Для Донецкой области синоптики дают похожие прогнозы. 17-22 градуса тепла после полуночи и 31-33 градуса выше нуля в дневное время. Жители Донецка, Славянска и Мариуполя ожидают ясное небо и жаркое солнце. Соответственно, зонты можно оставить дома. Температура воды на побережье Азовского моря плюс 27 градусов. В Днепропетровской области облака на небосводе за целый день так и не появятся. А это значит, что Павлоград, Кривой Рог и сам областной центр ожидает жаркий день. Ведь ночью на термометрах можно будет увидеть от 18 до 20 градусов со знаком плюс, а днем до 30 градусов тепла. Будьте к этому готовы. Температура воды в Днепре плюс 28 градусов. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 16-28 градусов тепла в Киеве предвещается ясная ночь, утро и день. А вот ближе к вечеру жителям и гостям города придется наблюдать небольшую облачность. Осадков не предвидится. Вот такую информацию о погоде дают нам метеорологи на пятницу, 5 августа. Последний летний месяц. Не упустите возможность порадоваться яркому солнцу и теплому морю. До встречи в нашей студии!